Ну что поделать, люблю я автомат Surus Режим. Рассказывал о нем, когда его добавили в военном разуме. Рассказывал о нем, когда после небольшого ребаланса он стал более играбельным. Регулярно использовал его на стримах. Короче, нравится мне эта малышка. Кому мне? А то ролики-то выходят не так часто. Забыли, небось, что зовут меня Джонни Лейни, и что вы оказались на лучшем канале о Destiny 2 на русском языке Triple Vibe. Так, с чего опять? А с того, что в игре появился катализатор для этой винтовочки. Добавили его со стартом недели молнии. Кстати, неделя молнии — это чё вообще такое? Ну так вот, получить катализатор можно, играя в горнило. В завершении матча вам, возможно, он упадет. Шанс дропа, насколько я сообразил, выше, если вы побеждаете. Но если ты такой особенный, и несмотря на череду просранных матчей тебе он упал из-за поражения, напиши об этом в комментариях. Так, каталик получили. Вставили в винтовку. Oh my. Теперь его нужно активировать. Для этого с автомата необходимо совершить 300 убийств в PvP. Много? Ну, автомат-то годный, так что это не так страшно, как 500 фрагов на катализатор деревянного кролика. Делаем 300 киллов за 1-3 матча и получаем что? Получаем сферы света за мультиубийство, улучшенную полностью вертикальную отдачу и повышенный шанс восстановить здоровье после убийства. Ща разберем, что из этого реально работает и в каких условиях. Во-первых, стрельба по стенам. Отдача, точнее. Вот буквальное сравнение. Отдача с кривой, как дороги в твоем дворе, линией, и отдача с каталиком, как по линеечке вверх. Внимательный зритель скажет, просто умей контрить и все. И будет прав, если играет на ПК. Там от такого прикола с отдачей особо теплее играть не станет, а вот консольщику с ужасно неудобным для шутеров управлением будет куда проще контрить отдачу даже потными и дрожащими ручками на любой катке. Так что этот бонус я бы записал именно для консоли. И благодаря ему автомат сильно лучше в обращении, проще, точнее. Во бы такой абсолют на все револьверы не 180-го архетипа. Бонус отката здоровья – безусловный плюс. Тут уже пофиг, на какой платформе вы играете. Долго жить в горниле хочет каждый. Если прикидывать, во сколько раз ощутима разница, ну, без катализатора здоровье откапливается примерно в 30% случаев, с каталиком же в процентах 70%, а то и больше. Очень часто это дико выручает в плейлисте быстрых матчей, где убив одного противника, вы можете вступать в следующую дуэль, уже откопив здоровье. Учитывая то, что time to kill у автомата не самый высокий, ситуации, когда вы выходите из дуэли с низким уровнем здоровья, будут довольно часто случаться. Так стоит ли выбивать этот катализатор? Да, особенно если вы играете на консоли, как я. Если на ПК, ну для вас смысла всяко меньше. Насколько я знаю, с Урасом на ПК в принципе мало людей играет, только такие же отбитые фанаты дедовской экзотики, как я. Ну а теперь я оставляю вас один на один с геймплеем. Наблюдайте, кушайте, подписывайтесь, ставьте лайки, услышимся в следующих роликах. Пока! I love it.
advantage. Well executed. Your leading the zone C, love. Zone B, Captain. You have zone advantage. Relax, damn you! You're scaring them! They'll never want to match with you again! You captured Zone C, a well-fought victory!